путевка во взрослую жизнь. Вот в таком новом микрорайоне были вручены ключи детям, оставшимся без попечения родителей, детям-сиротам. Одна из них – наша героиня Дарья Сорокина. Там будет у меня готовка, там стирка, уборка, все такое. А здесь зона отдыха, я сюда прихожу, здесь отдыхаю. И обратно же, благодаря нашему правительству, мы вот так хорошо живем. Дарья крепко держит в руках ключи от новой квартиры. Воспитанием девушки до 10-летнего возраста занималась ее бабушка. Когда близкого человека не стало, подросток оказался на улице без документов. Самообладание помогло нашей героине не потеряться во взрослом мире. В Щелковском управлении опеки и попечительства Дарье помогли восстановить документы и право на жилье. Я вот верила, да, я смогла, я сделала. И когда начинают дети, у которых все хорошо, начинают говорить, что у меня все плохо, я говорю, ребят, вот поглядите на чужие жизни, тогда говорите о чем. Квартиру Дарье передали с отделкой, с подключенными электроплитой и сантехникой в ванной. Мебель новосел будет приобретать на свой вкус, как и другие ее сверстники. Им, как и Дарье, ключи от нового жилья вручили в торжественной обстановке в администрации района. Вы становитесь обладателем своего собственного жилья. Уверен, что в этом жилье вам будет очень комфортно. Мы приготовили для вас маленькие подарки микровые. Но при этом мы договорились о том, что в каждой квартире будет на кухне установлено все оборудование. Это всего лишь маленький первый этап. Но я уверен, что с нашей поддержкой и с вашим желанием вы, конечно же, выстроите свою собственную жизнь правильно. Очень рад, что получил квартиру. И хочу сказать огромное спасибо еще раз администрации города Щелково, опеки, органов попечительства. Буду продолжать учиться, буду жить там. Я очень, правда, тоже счастлива, то, что вот дали вот квартиру. Буду ремонт понемножку делать, ну, чтобы она красивой была, и потом уже можно семью завести. В этом году Щелковскому району из бюджета Московской области выделено более 20 миллионов рублей на покупку 11 квартир. Все они приобретены в новом микрорайоне Потапово. С 2007 года свое отдельное жилье в нашем районе получили 104 молодых человека из категории сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Михаил Налетов, Александр Аржевский, телерадиокомпания «Щелково».